Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Вот завтра табакерка, а через неделю какие-нибудь спикеры в Госдуме, спикер Госдумы говорит, ну, мы же все-таки очень похожи с американцами, и джинсы носим, есть универсальные ценности, которые нас объединяют. Вот. Так что, на самом деле, Россия с Америкой вполне может дружить, давайте будем дружить. И люди будут это повторять, они через две недели после спикера будут это повторять, потому что это будут произносить в медиа, потому что это будет разноситься, и все будут говорить, а что это мы действительно? Да ведь и правда, так ведь и нормальные ж они, так ведь же ж и то. Другой судьбы у Путина уже не будет, чем судьба царя царей, бешеной собаки пустыни. Уже около 1000 дней идет война. Она уже стала неотъемлемой частью нашей жизни, а во многом и самой жизнью. Мы помним, как она начиналась с 28-минутного обращения Путина о начале специальной военной операции. Но мы четко знали, что это война. Я не буду анализировать это выступление Путина, только хочу напомнить, что многие обоснованно обратили внимание на то, что это выступление Путина во многом повторяло выступление Гитлера 1 сентября 1939 года. У всех диктаторов, у всех тиранов, я не знаю, как их там всех назвать, всех этих людоедов, у них у всех, в принципе, один и тот же сценарий развития их жизни. Вот. И последнее в этом длинном списке их действий, которые они, или не очень длинном, всегда стоит война. Kennen die endlosen Versuche, die ich mache, zu einer friedlichen Klärung, zu einer Verständigung über das Problem Österreich, später über das Problem zu Schwedenland, Schwimmen und Meeren. Es war alles vergeblich. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Выступление Гитлера о начале войны с Польшей было началом Второй мировой войны. Надеюсь, что выступление Путина о вторжении в Украину не станет началом Третьей мировой войны. Как показали дальнейшие события, оказалось, Путин является хорошим учеником и последователем Гитлера почти во всех его делах. Все-таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польшей? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Путин много и часто говорил о Гитлере, но никогда не комментировал обстоятельства и факт его смерти. Возможно, потому что по поводу смерти Гитлера продолжаются вестись дискуссии, которые подвергают сомнению официальную версию факта его смерти в грязной канаве у бункера в разрушенном Берлине. А возможно, потому что это было давно и не может каким-либо образом повлиять на Путина и его жизнь. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Значит, но дело его живет. Путин всю свою жизнь, как верховного правителя России, посвятил тому, чтобы благодаря своей мощной пропаганде создавать страх вокруг себя, как государственного лица, и вокруг страны, которой он самочинно управляет. Но вместе с тем ужасный эпизод смерти некогда такого же великого правителя, власть которого никем и ничем не была ограничена, оказал на Путина такое огромное влияние, что некоторые знающие люди даже называют это паранойей, то есть хроническим психическим расстройством. Абсолютный психопат. Несколько дней назад исполнилось 65 лет, как к власти в Ливии пришла группа офицеров, которую возглавил 27-летний капитан связи Муаммар Каддафи. Но уже через неделю этот почти никому неизвестный выходец из бедной бедуинской семьи присвоит себе звание полковника и будет править страной 42 года, пока его не уничтожат повстанцы. Казалось бы, какое отношение имеет Каддафи к Путину и почему судьба ливийского вождя может быть во многом поучительной для Путина. Я уверен, что в случае поражения Российской Федерации, окончательно промахнувшейся и растерявшейся Акела,
или повторить судьбу Павла Петровича, или скорее нет, потому что все-таки свой, все-таки, как говорится. Или будет повторить судьбу Милошевича. Хотя, опять же, вариант с Саддамом Хусейновичем и более вероятен. Да, и Каддафи Муамаром, он тоже не исключен. Тоже. Не секрет, что бесславная кончина Муамара Каддафи шокировала Путина. Некоторые российские журналисты отмечали, что когда Каддафи убили, у Путина был апоплексический удар. Видимо, русский диктатор сделал для себя из них собственные выводы. Виновником смерти ливийского диктатора оказался вероломный Запад. И это все Запад, все... Это Запад. После захвата сепаратистских грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии в 2008 году Путин воспринял вмешательство в Ливию как результат цепи революций, за которыми последовали военные вмешательства Запада, которые в конце концов могли достичь и его. И он увидел в Каддафи кого-то, кто принял условия Запада и все же заплатил цену, судьбу, которая в конце концов могла ждать и его. Урок ужасен для Украины. В нынешнем мировоззрении Путина отступление или любые уступки смертный приговор и для Путина неприемлемы. Любое окончание войны приведет к окончанию его власти. Если это не будет суперуспешно, суперуспешного уже нет, да, какие-то территории он захватил, но это совсем не то, что он хотел и говорил, и не захватил ни Луганскую целиком, ни Донецкую область, да, что как бы с точки зрения пиара важно, и с точки зрения какой-то информации, и сколько он потерял. Все равно же люди не дураки, умеют читать и понимают. И это такая патовая ситуация, которая закончится вместе с концом Путина. Согласно нескольким показаниям, включая книгу нынешнего руководителя ЦРУ Уильяма Бернса «The Back Channel», Путин часто воспроизводил ужасающие кадры, на которых Каддафи держат в дренажной трубе, забивая до смерти. Кажется, захват, суды и казнь Саддама Хусейна не так сильно повлияли на Путина. Бывшему президенту Франции Николя Саркози он легкомысленно сказал, что повесит президента Грузии Михаила Саакашвили так же, как американцы повесили Саддама Хусейна. Но урок, который Путин извлек из Ливии, был другим. То, что он был изгоем, принесло Каддафи лучшую пользу. Только когда он открылся Западу, они бросились за ним. Трагедия Каддафи во многом напоминает аналогичные трагедии других диктаторов. Он так и не смог до конца осознать, что тот народ, который, как он считал, безгранично его любит и безгранично ему предан, может его уничтожить. За долгий период своего правления он действительно многое сделал для своего народа, но ливийскому народу хотелось свободы, чего никогда не мог себе представить Каддафи. Чего еще надо? Ему действительно удалось в несколько раз повысить объем ВВП страны и уровень жизни ливийцев, в первую очередь за счет нефтяных поступлений. За годы его правления сотни тысяч людей переехали из трущоб и палаток в каменные дома, получили доступ к образованию и современному здоровью. Однако экономика осталась зависимой от мировых цен на нефть, а Триполи при огромных запасах нефти так и не стал вторым Дубаем. В начале 2010-х при населении чуть более 6 миллионов человек и ежегодных нефтяных доходов около 32 миллиардов долларов, безработица в Ливии достигла 30%. Бум, и цены полетели. Безусловных успехов Муаммар Каддафи получил только в двух областях – постоянном самовозвеличении и личном обогащении. Огромные по размеру портреты вождя смотрели на ливийцев с фасадов домов, баннеров и фонарных столбов. Портреты меньших размеров украшали вестибюли отелей, школьные кабинеты, футболки и даже наручные часы, выбитые в камине страницы «Зеленой книги» главного произведения Каддафи были обязательными к изучению всеми ливийцами и были установлены вдоль дорог. Вы сказали, что вы могли бы мои там речи транслировать. Я вам очень благодарен, спасибо, это привлекает очень.
22 февраля 2011 года Муаммар Каддафи стоял за трибуной у ворот своей резиденции в Триполи. «Я не покину эту землю. Я скорее умру как мученик, но останусь непокорным. Муаммар – лидер революции до конца времен», – кричал он в микрофон, потрясая в воздухе своей «зеленой книгой». От Каддафи отвернулись министры внутренних дел и юстиции, командиры и солдаты некоторых частей. Восстание, первоначально охватившее Киренаику, вскоре перекинулось на ФЕДСАН, Национальному переходному совету при поддержке натовской авиации, удалось окружить и захватить столицу. Каддафи и его ближайшее окружение были вынуждены прорываться в Сирту, свою последнюю цитадель, из которой не было выхода. Повстанцы захватили Каддафи. Разорванные трупы Каддафи и его сына Мутасима, командовавшего обороной Сирта, пролежали в общем обзоре несколько дней. После этого решением Национального переходного совета их тайно похоронили в пустыне. Церемония была далека от исламских традиций, предписывавших хоронить покойников в день смерти, но никто из сотен ливийцев, приехавших посмотреть на бывшего царя царей, не выразил сожаления. Господь создал фараона для науки другим. Будь он хорошим человеком, мы бы похоронили его как следует, но он сам выбрал свою судьбу, так процитировал в свое время слова простого ливийца Reuters. То, что Путин ненавидит Запад, разумеется, именно на этой ненависти и постоянном страхе, который умело нагнетает его мощная государственная пропаганда, построен государственный механизм удержания Путиным власти. Путин ужасно боится цветных революций, которые он считает инструментом Запада для уничтожения неугодных лидеров стран или власти в некоторых странах из-за возможности перекинуться на территорию России сначала оранжевой революции, а затем и революции достоинства. Путин ненавидит Украину и украинцев, которые своим примером показали, как нужно бороться за свою свободу и независимость. Но несмотря на то, что революционная риторика в Украине завершилась, Путин понимал, что пример Украины может подтолкнуть народы Российской империи к своей свободе. Ведь в России проживает 160 народов и народностей, которые жестко подавляются центральной властью Путина, что делает невозможным их борьбу за свое национальное достоинство. Путин создал колоссальный репрессивный механизм, подавивший любые, даже незначительные намерения или какие-то незначительные ростки национального самосознания угнетенных народов России. В России полностью исключается всякий плюрализм мнений и любые законные способы выражения простым населением своей позиции. Но, как показывает история, несмотря на существование мощной репрессивной машины в руках диктатора и отсутствие даже признаков свободы слова, рано или поздно подневольные народы прозревают и начинают бороться за свое национальное достоинство и свободу. И нет никакой силы, которая может помешать народу, поднявшемуся за свою свободу, добиться этой свободы. Я призываю мировое сообщество коренных народов признать акт колониализма коренных народов России. Российская Федерация уничтожает мой народ, уничтожает нашу среду, грабит наши земли только для того, чтобы воевать с соседями. Несмотря на то, что трудно рассчитывать на какой-либо мощный подъем народных масс в России против Путина и его режима, хотя полностью это нельзя исключать, режим путинской власти будет разрушен. Путин довел Россию до предела своей гибели, и это начинают осознавать представители элиты. Путин для них стал не просто лишним, а опасным, поскольку они вместе с Путиным могут потерять все, что имеют. Нет никаких сомнений в том, что демократическим путем Путин никогда не потеряет власть. Поэтому единственный путь для российской элиты – устранение Путина от власти любым способом. Жалко Путина, он будет проклят. Так же, как был проклят Мубарак, так же, как был проклят Каддафи и Бен Али. Он будет проклят.
он плохо кончит. После того, как это произойдет, Путина непременно ждет судьба Муаммара Каддафи. То, чего он больше всего боялся, может очень быстро состояться. Можно не сомневаться в том, что скоро мы станем свидетелями колоссальных перемен, которые произойдут в Кремле и станут началом конца войны. Путин закончит в лучшем случае как Милошевич, в худшем как Каддафи. Даже если Путин и уйдет там как-то сам или его вынесут, вообще мне кажется, что его смерть наверняка будет какой-то комичной, как и вся его, собственно говоря, такая трагикомичная, как и вся его жизнь, потому что, в принципе, это удивительный человек, который за огромное количество времени, которое он находится у власти, у него не получилось ничего. И, наверное, вот если не рассматривать вот эту кровь, которая вот сейчас льется в Украине, то, в принципе, можно было бы гомерическим хохотом смеяться над всеми его достижениями. То есть человек, который просто развалил Россию, вот и все. Развалил, уничтожил. Ни одна собака не выйдет, не то, что не выйдет, рот не откроет, для того, чтобы не то, что вступиться за дорогого вождя, а хотя бы вспомнить, что он был такой и как-то его звали. Забудут мгновенно, он исчезнет, как тень зари, как камень, брошенный в болото. Даже круги не пойдут. Колоночек мы все напишем некоторое количество, и надо же, помните, был такой. Мы еще ему популярность какую-то измеряли, насчет рейтингов задумывались. И где он теперь? То ли Владимирович, то ли Васильевич. Был какой-то. Сейчас не до того.